Так, а сколько время? О нет. Это же то самое время. Вы понимаете? То самое время. Это время пришло. Ну вы понимаете, какое время? Она идет сюда. Сейчас она придет. Вот она. Ну что ж, привет, Камилия. Давно не виделись. В прошлый раз ты от меня убежала. Но в этот раз... В этот раз тебя достану. Ну что ж. Итак, я начинаю марафон. Просто для меня это беспрецедентный, безумнейший марафон по игре I Wanna Kill the Camellia 2. Я буду играть в нее каждый день, кроме выходных. Иногда буду, ну конечно же, какие-то там делать перерывы и так далее. Но незначительные. Незначительные перерывы, да, в основном я буду просто играть, пока не пройду. Я хочу эту игру пройти всего за 100 дней. Всего за 100 дней хочу пройти эту игру. Фух, и эта игра будет самой сложной игрой, которую я когда-либо проходил. Самой сложной игрой, которую я когда-либо проходил. Реально, никогда такой сложной игры еще у меня не было. И... Первый уровень мы начнем прямо сейчас. Фух. Как я ждал этого момента, вы просто не можете себе представить. Как я ждал этого момента. Я уже, наверное, месяц сижу такой, когда в Камилию поиграть, когда в Камилию поиграть. Мне уже все достали, говорят, Судал, когда Камилия. Ну, когда Камилия. Судал, когда ты сделаешь свою Ивану? Ты еще не сделал свою Ивану, ты же можешь сделать свою Ивану. А когда Камилию будешь играть? Ну что ты хорош, давай в Камилию играть. О, жесть, просто, это время настало. Это время настало. Фух, так, shift опцию. Так, все нормально. Итак, ну давайте начнем. Первый уровень. Пророк, если можешь, поменяй или кто там из модераторов игру на, ну, соответственно, Айвона Безыгай на Твиче. Ну что, поехали. Первый уровень. Вот так вот закончилась игра Айвона Kill the Camellia 1. Мы, от нас убежала Камилия, и мы упали в воду. А здесь лежит луна, которая тоже упала. Луна, которая тоже упала в воду. Ну давай, Тор. Ну это как бы реально должно было произойти. И вот она. Первая смерть. Да, я старался себе эту игру не спойлерить. Как бы... всякими средствами, да, но... Даже лол. Так, теперь должно, я думаю, не лагать. Ну как, сейчас лучше? Но процессор все равно на 99% загружен. Ну лол. Ну так что, все равно лагает? Или уже лучше? Качества лагов нету. Отлично. Хорошо. Я, кстати, вот эту игру оригинальную проходил, TGM, и там не было сейвов на этом экране вообще. Для тех, кто не в курсе, I Wanna Kill the Camellia 2 — это так называемая мидли игра, то есть, ну, сборная солянка. Здесь собраны уровни из разных I Wanna игр и боссы.
кроме там, по-моему, только последнего босса, который сделан специально для этой игры. Вот, и как я уже говорил, как бы я старался себе эту игру не спойлерить, да, но когда ты постоянно крутишься в Айвана сообществе, то очень сложно себе не заспойлерить Камилию. Так то реально, это очень тяжелая задача оказалась. Просто об игре, об этой игре только и говорят, по-моему. Вот тройство пошло. Я не дропну эту игру. Нет, не Impossible, но я на Very Hard вроде играл. Я купил кулер, но еще не установил. Да лол, я забыл про это. Кулер у меня лежит в портфеле, но я еще его не установил. Давай, Снап, удачи. Всем, кто уходит там и так далее, спасибо, что пришли, спасибо, что поддержали, смотрели. Очень рад был всех вас видеть. Привет, картофель. Ну что ж, посмотрим, насколько эта игра кажется сложной для меня, но... А знаете, почему я знал про это тройство? Потому что я проходил оригинальную эту игру. Но, как бы, реально игра сложнее, чем Боши. Намного. Ну, как намного? Ну, сложнее, короче. Реально сложнее, так что, как бы... Даже если я пройду ее за 100 дней, это будет круто. О, лол. Ну, понимаешь, сравнивать рейпом Боши, это вообще как бы некорректно, да? Ну, это не очень. Что за игра? I Wanna Kill the Camellia 2. Ой, за мной яблочко гонится. А, яблочко гонится. Не-н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 е. Блин. ГГ не отвалился, он выключен. Надо, короче, бежать просто идеально. По-моему, уже, да, плохо. Я вот на том зигзаге теряю, по-моему, кучу времени. Просто кучу времени теряю. Давай. Вроде хороший запас. Ну, давай же. Чё там, полчасика, да? Застрял на полчасика. Так... Да не, мне говорили, что первый уровень вообще легкий. Какая-то там кнопочка. Что же делает эта кнопочка? Наверное, шипы какие-то убирает вот сверху справа, да? Ну посмотрим. Какой блок? А,
вот это я не очень. Владиславу добавил на новую клавиатуру 10 пикоинов. Спасибо, Владиславу. Да-да-да, я понял. Ну, вот так вот. Ну, как-то не подумал. Так, ну вроде не выглядит сложным. Ну чё, где-то тут можно завафлить? Вот тут. Оп. Нормально. Из iPhone Biz Experience экран. Не знаю такого Айвана, но посмотрим, что тут. Трольство или чё? Ой. Да, кстати, я не против подсказок. Я не против подсказок, особенно на боссах. И я забыл сказать еще. Смотрите, я себе игру как бы не спойлерю, да, заранее. Я даже не знаю всех боссов, какие тут есть. А уж тем более, какие у них есть атаки, да? Но как только я дохожу до босса, ну, я пытаюсь его вначале пройти вслепую, да, при этом подсказки в чате разрешаются. Если я его за стрим не прохожу, а я, скорее всего, ни одного босса за стрим не пройду, да, то тогда я потом смотрю на ютубе, как его пройти, вне стрима. Как-то так. Ну, да, как бы... Нет, я же никого никак бы не заставляю спойлерить там подсказки, да? Но... Как бы в целом... Наверх это только раз с распрыжкой, что ли? Да чё я умираю, брата? Ооо. Да, единственное, что как бы вот босс Rush я полностью видел. Особенно тот самый босс под названием Destination. Ну, мы к этому еще вернемся, когда я до него дойду. Это будет не очень скоро, но... Но будет. Так. Следующий экран. Что меня там убило? А, там шипик торчит. Все как бы не очень сложно, да. Это всего лишь первый уровень. Так что если кому-то, кто игру раньше не видел, и сейчас кажется, что типа, ну, вроде такая обычная Ивана, да, ничего сложного там особо, то как бы вы погодите.
Погодите, то ли еще будет. Да почему он не прыгает-то от этой лианы дурацкой? Да лол. Лианы — это самая тупая механика в Айвана играх. Это реально, это самая тупая механика, наверное. Это лианы. Я же даже отпрыгивал уже. Я просто туплю. Там блок? Да ладно. Не, карабина я, конечно, полная для такой игры. Но, тем не менее, я думаю, что я ее пройду. Ну как, думаю, я ее пройду. А ведь раньше, когда я только начинал в Айвана играть, вот такие вот угловые шипы... они казались очень сложными. Зачем я поторопился? Раньше вообще не делал. Посмотрим, как пройдет. Ну пожалуйста, да лол. Есть. Фух. Ну эти точно в рандомном порядке разлетаются все блоки. Есть! Уже босс? Это Вейденс? Оу! Неплохо, короче, ща. Я же забыл, надо же сделать вот это вот. Вулканозон. И это вторая камелия, прискал. Да, у меня марафон по второй камелии. Каждый будний день будет, ну, за редким исключением, я надеюсь, будет проходиться Айвана Килл за Камелия 2. А! О! Это же этот! Что ты, как его? Джирачи! О, привет, Джирачи! Опа! Третье спасибо. Не нужно. Их по ней. Ты про покемонов? Это не пони, это покемоны. О-хо-хо! Ясно. Привет, Стэнли.
такой рандом немножко тут, конечно, неприятный порой, но относительно. Я, конечно, молчу там про боссов К3, да, но мы же в это играем сейчас. Блин, интересно, много ли еще? Да, это первый босс. Так, это первый босс. Так и знал, так и знал. Ну, я не успел. Видели, я уже пошел. Наверное. У меня марафон по Камиле второй. Вообще, если честно, я думал, что я типа там пипец под пройду первый уровень в Камиле, да, второй, и на этом стрим типа закончу. Я думал, это там уже будет, там стрим идти хрен знает сколько, я там типа ура, да прошел босса там. Ну походу быстрее, да, получится. Пройден. Вот это поворот. Вот это поворот. Меньше 200 смертей и меньше 47 минут. Да-да-да, я бы сказал, что в течение 7 минут пройду. Блин. Ну давайте второй уровень тогда. Ой, да, ну это вообще глупые смерти, глупые смерти. Не нужны такие, вот. Сейчас отдаст какой-нибудь троллинг, да, будет? Сразу такой, или нет? Нет, никакого троллинга. Не переделываю под тебя, а пишу с нуля ремейк позже. Ну а то звучит, переделывает, как будто я хак делаю какой-то. Как бы там от нее осталось, как бы, ну, физика самого кида, ну, точнее, ну, Боши, да? Ну вот, но и то, ее уже я немножко переделал для четвертого там мира и так далее, да? Для того, чтобы пружинки во втором мире работали. Ну, я говорю, там уже осталось вообще мизер просто. Да, начал делать в сентябре. Наверняка даже многим покажутся, может быть, скучными такие стримы там, да, по сложным моментам и так далее, по сложным боссам. Но, как бы, меня это никак не остановит. Не забафлил.
А где сейв? Автоматически, да? Или что? Или это вот это сейв был? Это, я так круто уже проходил, I Wanna Be Showdown, помните? Была у меня такая. Надо было чуть больше разрушить. Есть. А сейв дадут? Ой. Да, сейв есть. I Wanna Be Tribute. А, и? Ой. Чё за... Я не понимаю, что происходит. Это I Wanna Kill the Camellia 2. Удачи, типа. Игра I Wanna Be Your Son. Боль? Да ну, дурацкий Г. Усиленный прыжок. Последний экран сегодняшнего стрима? Ну, такое. Чё ты меня настолько в меня не веришь? Есть. Езжишь. Последний сейф на этом экране. Ну давайте посмотрим. Понятно. Но они мне мешают пройти. Надо было направо, чё я затупил. Это I Wanna Kill the Camellia 2, Владислава, да?
что вы говорили, что я не пройду его? Лол. Не понимаю от вас. Ой-ой-ой, что за спидранер? Что это мне дает? Неужели это мне бесконечный прыжок дает? Засохранись ты. Привет, Задрос! Привет, Задрос. А чё тут? Оу. Это из игры I Wanna Be The Best Guy. Владислава добавил еще 10 биткоинов на новую клавиатуру. Спасибо. Вот завтра, если хотел почаще стримы, у меня марафон по I Wanna Kill The Camellia 2. Я ее буду стримить каждый день, кроме выходных, ну и каких-то еще, может быть, дней, когда там, ну, типа, ну, не уровня. Ну, точнее, до второго уровня я прошел даже быстрее, меньше, чем за 200 смертей. А по времени 47 минут, что ли. А что меня убило? А. А, там шипики, я их не заметил. Вот и воскресенье будет. Но как бы вот когда устаканится уже все, то. Чё ты, блин? Не, ну чё за абуз такой? Лол. Изи. Ну, полчасика, ну... Нет. Не, ну вообще, ну как бы лично для меня неплохое начало. По не боссом, да? Ой, это же башня Гая. Все, фейл, да? Да ну. В оригинальном I Wanna Be The Guy была такая же башня Гая. Причем она, по-моему, точно такая же. Чё-то я не вижу усложнений. Блин, чатик без спойлеров — это не чатик. Чатик без спойлеров — это если у вас на канале 0 зрителей, тогда будет чатик без спойлеров, иначе это невозможно просто. Evil. Сейф.
Да логично, что запрос. Что? Что это сейчас было? Ой. Окей. Но это чувство уже надолго. Они же статично, да, летят там полностью? Может слева попробовать? Ну да, он хотя бы сюда не прыгает. Да блин, там чуть правее надо что-то взять. Ой, как я лианы эти не люблю, ох, жесть. По-моему, можно просто прыгать на месте. Ну задумался, потому что игра, ну лол, ты же знаешь, естественно я задумался. О. Это из Graduate from DT. Или вот это меня теперь может убить. А, ну лол. Так, а тут, так понимаю, рандом, да? Ок. Нет, нелогично, потому что если я такой краб, что я не смог за 100 дней пройти, то куда мне начинать К3? Ну лол, куда мне К3 начинать. Нет, значит это неверная страта. Не, картофель. Блин, значит другую страту надо искать. Окей. Не знаю, Space Meat, о чем ты вообще говоришь. Короче, 9 минут еще, я думаю, играем, и все на этом. Надеюсь хоть один раз пройти эту дурацкую атаку. Почти! О, мы увидели еще дальше.
А, я сам трачу второй прыжок. О, я прошел. Че в него не стрелял? Я прошел дальше. Такое. Нет, на новый платок не надо донатить. А, я почти дошел до последней атаки. Вот она, последняя атака. А он сам себя не убьет? Нет. И прям вот не говорю, что это прям стопроцентное обещание, да? То есть я себе как бы запретов прям не ставлю, но я просто говорю, что не ждите от меня К3. С очень большой вероятностью никогда не будет К3. Но не 100%, да, я не спорю, не 100% не будет, но такая вероятность, что... Блин, как его направить-то? Да ну нафиг, на такой атаке умереть! О, удаляй! Да ну, надо же и обратно еще перепрыгнуть его. Я забыл, что в обратку-то летит. Да, надо еще третий уровень тащить. А третий уровень уже, говорят, такой напряг, ну, по сравнению с первыми двумя. Ну, типа, я все равно его должен за стрим, как бы, пройти, ну, я так понимаю, но попотеть надо будет. Но опять же, платформинг — это что такое платформинг? Это просто шипы или где там разнообразные механики бывают? Да что это? Ну. Умирать-то будешь, ну, о. Последний.
есть же. Так и знал, что какая-то шняга случится. Ну да, это было бы не камелия, если бы тут не было такого. Ну все, сейчас уже все знаю, сейчас быстро пройду. Привет, нищий. Вот и пройдено. Вот теперь уже точно. Ура! Стоп, музыка. Из Соника. Музыка из Соника. Ну что, погнали. Третий уровень. Айвона Килза Камилия 2.